Ломаченко проведет в 2018 году 3 поединка. Менеджер Игис Климас также рассказал, когда станет известно имя следующего соперника украинца. Ломаченко приступит к подготовке уже на следующей неделе. Игис Климас, менеджер чемпиона мира по версии ВБО во втором полулегком весе Василия Ломаченко, 10-1, 8-ко, заявил, что имя следующего соперника украинца станет известно через неделю. Все, что случается в этой жизни, имеют определенные причины. Если бою с Линарисом пока не суждено состояться, должен ли я быть разочарован? Встреча с Линарисом будет потом, сейчас мы занимаемся переговорами с Реем Бельтраном. Если мы достанем Бельтрана, то Линарис появится вновь. Я уверен, что мы найдем решение в этой ситуации. Мне сообщили из Топ-Рэнк, что дата следующего боя Ломаченко – 12 мая. К этому и будем готовиться. На следующей неделе Василий намерен вернуться в США и начать тренировочный лагерь. Примерно через неделю мы узнаем имя следующего соперника Ломаченко. Посмотрим, будет ли Василий проводить 3 поединка в 2018 году. Да, конечно, это и есть наш план, сказал Климас в комментарии для BoxingSin. Напомним, что следующий бой Ломаченко состоится 12 мая на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Ранее Хорхе Линарис дал согласие на проведение боя 12 мая, а промоутер украинца Бопарум обвинил канал ВБО в срыве поединка. Ломаченко уже признал бой против Линариса сорванным из-за компании Golden Boy Promotion. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram по материалам сайта newsgra.com.